Всем привет! Значит, небольшое видео о том, как переделать центробежный стит, перевести его на магниты. Значит, часто задают такие вопросы, но, честно говоря, как-то я и не собрался видео такое записать, поэтому вот пишу его спонтанно, с руки без штатива. Значит, смотрите. Ну, понятное дело, нужно снять тормозное кольцо. Тормозное колечко отсюда. Оно снимается, ну, поддев какой-нибудь отверточкой, так раз и снять. Аккуратно подцепить. На шпуле обычно установлено колечко с центробежными грузиками. Оно тоже снимается, аккуратненько поддевая. Дальше. На AliExpress в магазине Mingo есть вот такие вот штуки. Вот такая. И вот такая. Возникает вопрос, как ее сюда прикрепить. Просто-напросто вклеивается на дно вот такая пластина. А наверх к ней уже можно прикрутить тем самым маленькими саморезиками. К ней можно прикрутить, видите? Но я пошел более простым путем. Есть двухсторонняя липкая лента на вот таком поролоне. Вырезав ее по окружности в два слоя, я просто на нее приклеил вот этот блок с магнитами. Все. Он здесь сидит, и он здесь перемещается, если перещелкивать вот этот переключатель. Если перещелкивать, он выдвигается. Ну, дальше мне понадобилось нарастить немножко магнитов. Вот я наверх их нарастил более толстыми. В один блок магниты не устанавливал. Это уже в процессе регулировки мне оказалось достаточно. Теперь, что касается шпули. Опять же, у Mingo продается вот такой тормозной диск. Как видите, он по диаметру меньше. Он по диаметру меньше, чем буртики шпули, и на шпулю не ложится, но он садится на ось. В моем случае оказалось, что диаметр отверстия в этом блоке чуть-чуть больше, чем диаметр оси, то есть он свободно сидел. Я просто-напросто положил его на наковальню, молоточком пару раз ударил, и он, скажем так, уплотнилось это место посадки. Но этого тоже может оказаться недостаточно для того, чтобы нормально его сюда посадить. Надо либо наклей на эпоксидный, либо еще как. Ну, один из способов. У меня в наличии оказался маленький тормозной диск от шпули Smarta. Вот она, от этой шпули. Я этот диск снял. Установил его, а наверх установил вот этот. Таким образом, перевел на магнитные тормоза стит. Ну и дополнительно в эту шпулю, во вторую, я просто вырезал из тоненького листа жести. Можно токарю заказать, а я просто вырезал аккуратно алюминьку, пластинку, и вот она подошла сюда плотно. Опять же, приклеил ее на двухсторонний скотч с поролоном, тоненькую ленту отрезал и приклеил. Собственно говоря, вот и все. Как бы не подробная инструкция, но я думаю, что для понимания, что надо делать, этого достаточно. Спасибо за внимание.